Сьогодні, знаєте, я хочу зізнатися, що, Олесь, ти не номер один. Серйозно? Ні, ти не номер один. Я б сказав, що це не тільки я не номер один. Багато чоловіків не номер один, але ти не номер один. Можна буде послухати трошки пізніше на всіх музичних платформах. Олесь, ти, звісно, номер один і різні над тобою шляхи. Проте в нашій ранковій студії нова співачка, нова прем'єра. Софо, доброго ранку. Доброе утро. Я б сказав, спасибо. Як це буде тепер Софо, а не Надії Майстренко? Ну, вы знаете, первая песня, премьера, я сама автор, сама написала эту песню, создала альбом, который будет постепенно, будем презентовать каждый трек. Ну, поэтому Софо. Надя Майстренко — это прошлое, которое было. А новая история — это Софо. Это музыка, мои эмоции. Быть композитором — это, наверное, самый огромный дар, который вообще пришел в мою жизнь. И поэтому я захотела вообще с чистого листа все другое. Другие люди, другие обстоятельства, другие эмоции. Оно вот так должно быть. И поэтому Софо — это эпоха, новая эпоха в моей жизни. А номер один — это не номер один. Это кто? Это кто, да. Интересно стало. Нет, конечно, каждый человек может для себя что-то личное видеть в песне, но вообще, я так считаю, что очень грамотно писать очень абстрактно, где-то что-то деталями о себе, но в общем, то есть состояние словить, настроение. В жизни каждой женщины может быть мужчина, который на самом деле он не номер один. Он приходит в ее жизнь, уходит из ее жизни. И... Пока-пока! Ладно, давайте, я погнав, поспілкуйтеся поки що самі тут. Я додому. Дякую, що відпустили. У мене сьогодні скорочений ефір. Всім до побачення. Смисл пісні в тому, що нарцис. В тому, що в обществі дуже багато мужчин, які, по-моєму, сьогодні... Все до Ангеліни, якраз все до Ангеліни. Благодаря тому, що мужчини ставлять себе в пріоритет в отношеннях, рождаються пісні «Ти не номер один». Є два чоловіка, є дві емоції, два чувства. І коли щось где-то перегибается, идет какая-то сверхдинамика с одной стороны. В любом случае, мужчина также может сказать женщине, что, наверное, слишком много эго и тебя. Тебя. Поэтому рождается идея, и ей идет красивая такая легкая картинка. Она легкая, потому что люди не любят сложные тексты, не любят сложные какие-то содержания. Все просто. Любовь, взаимоотношения, расставание или хэппи-энд прекрасный. Об этом поем, об этом пишем, об этом нам приходит вдохновение. Якщо чесно, ми поки тут сиділи, ну я кажу, прям качаю. Ну от прям от дійсно качаю, хочеться вірватися на якийсь танцпол і казати, ти не номер один. Це коли розійшлася з хлопцем, да? Ти не номер один, і понеслось, так? Женщин о том, что нужно проходить из прошлой жизни в новую со светлым классным чувством, ценить себя и понимать, что твой человек обязательно придет в твою жизнь. Перед наступным запитанием я лише уявив ще одну картину, коли співає «Ти не номер один» і робить каре. Це я собі уявив, це ми закінчили. І наступне питання. Ти коли зайшла, сказала, що я сьогодні спала лише 3 години, бо писала нову пісню. Як воно не спати, коли пишеш? Нет, такое вдохновение, такое состояние ты не ощущаешь. Ни голод, ни то, что ты хочешь спать, не понимаешь, что завтра у тебя эфир рано утром, и тебе нужно быть как минимум красивой. Это как минимум, не то, что уже хотя бы поспать. Потому что идея и словить это состояние самое важное. Оно приходит, и оно исчезнет. И ты никак искусственно не войдешь в это состояние. Можно попробовать, но это уже будет не то. Поэтому все песни, которые я пишу, они приходят вдохновением. Я не могу объяснить, как это происходит. Я, главное, его схватила, записала, сижу, понимаю, как я это сделала. Неважно, это есть. Это самое главное. Потому что я хочу, чтобы моя музыка была в народе, чтобы люди слушали. И под мою музыку есть разные треки. Лирические, романтической любви. Такие вот, скажем так, революционные достаточно треки. Но мне очень хочется, чтобы каждая песня где-то участвовала в жизни каждого человека. Музыка — это наше состояние, это наша душа, это наши мысли. Не все вот так вот, ты не номер один, гордый нарцисс. Это понятно. Это просто само состояние женщины. Революционной, настоящей, уверенной в себе. И то, что с женщиной всегда бывает плохо. Мы все равно чувствительны, мы любим. Но в эти моменты понимать и верить в себя и не терять свое самообладание и гордость в себе, это самое важное. Наверное, эта песня не наверное. Знаете, песня родилась, а сейчас только до меня доходит все это содержание, потому что я написала и начинаю вникать в нее сама. Эта песня в поддержку всех женщин. Вау! Что есть мы,
И мужчины, мы им дарим всю себя, дарим всю любовь, все свое настроение. Но в ответ никаких нарциссов. Только отдача такая, чтобы мы ощущали красоту, счастье и цвели и пахли. Не знаю, каждый день наслаждались каждым мгновением. Софо, как будто была своя політична партія, ти так закликала, що я б в неї пішла. І за всіх дівчат, чесно, знаєш, настільки мотивуючі, да. І з тим бітом, з тим посилом, от прям хочеться вірватися в життя, сказати, та королева. Ти знаєш, тут стільки ораторського було, що я сказала, що всі хлопці нарциси чи ще щось. Ну ні, насправді, якщо дівчина... Я скажу, як чоловік, я захищаю абсолютно всіх чоловіків. Якщо дівчина надихає, хлопець буде робити все для неї. Користуйтеся всі. Мені здається, він зараз відстояв чоловічу позицію. Так, як мінімум. Мені як мінімум цікаво те, що Софо, нове ім'я, нове життя, уже друга пісня пишеться. Що для тебе ще нового в цьому образі? Що взагалі буде відмінністю від тебе колишньої, і, можливо, ти вже розумієш, яка аудиторія і стиль твоєї музики буде в подальшому. Я хочу попасть в сердце каждого человека. Аудитория, понятно, это не дети, потому что тексты достаточно взрослые. Но, мне кажется, и мужчины, и женщины что-то свое услышат, какой-то лейтмотив, что-то, какие-то нотки все равно станут родными. Раньше была Надя Майстренко, экс-солистка «Горячий шоколад», телеведущая Musicbox.ua. И после того, скажу, эта песня стала началом моей новой жизни во всех смыслах. Переломный момент в моей жизни, когда перед тем, как начать свои песни, я просто уехала из Киева на год и пропала. Уехала к маме, и у нее в спальне создавала все песни. Я настолько, очень много было переживаний в моей жизни, я немножко, наверное, немножко, я была сломана. И благодаря своей музыке я родилась новой, как Феникс. Не понимаю, как это происходит, но когда я совсем упала, скажем так, совсем без сил, музыка пришла в мою жизнь и дала мне это вдохновение. Я поняла, что новая жизнь впереди, новые эмоции, новые люди и новое прекрасное. И появляется трек один за другим, один за другим. Музыка меня захватывает. Я отошла от телевидения, отошла от каких-то там целей, чем-то еще другим заниматься. Хотела идти на кастинги, на другие каналы еще. Потом поняла, нет, я хочу быть всецело в музыке. Я хочу свой месседж, который мне пришел, передать. Потому что не зря. Это был самый сложный период в моей жизни, и год выпасть для карьеристки, и я уже более 12 лет в шоу-бизнесе, я никогда не уступала, никакая ни личная жизнь, ни даже родители не могли меня отвлечь от моей цели и игнорировала некоторые даже праздники, о чем часто жалела. Потому что я была всецело в профессии. А здесь такой переворотный момент в моей жизни, и музыка, она все перечеркнула, все, что было до, и поставила мне новую реальность, в которой я ощущаю себя настолько счастливой, настолько трепетной, что Надя Майстренко — это прошлое, а Софо — это мое большое и прекрасное будущее. Я в это верю. А чему Софо? Питання з підвохом. З таким я бачу тут багато сміху, мені здається, тут дуже цікава якась історія або якась неочікувана. Варіацій було дуже багато, і советуюсь з продюсером Унрека, з Андрієм Пасічником. Как, что, как лучше, даже быть кратко, запоминающийся, характеризовать меня, так как у меня украинская внешность, ну, слегка такая, все-таки, ну, не наша. И хотелось внести какие-то такие интересные нотки, и рассматривали много вариантов. Но банально они были заняты другими артистами. Ага. И когда я поняла о том, что есть такой прекрасный псевдоним, имя Софо, мне оно понравилось. Я начала произносить сама себе «Софо, Софо, Софо». Запоминается легко, подписываешь треки, пишешь просто даже от руки «Софо, ты не номер один». Легко, доступно и оказывается с такими греческими корнями. А от ти відчуваєш, ну, називаючи себе іншим ім'ям, що в тобі відбуваються якісь зміни? Що ти кажеш, це грецьке коріння, так, там, грецький оріх. Грецьке коріння, і от все ж таки, чи відчуваєш ти, що ти починаєш змінюватися? Ну, наверное, то, что у меня и жизнь изменилась с появлением Софо, псевдонима, изменилось все. Софо изменила меня, изменила мою жизнь, и я начала писать песни. Я никогда в это не верила. Я прекрасно себя ощущала певицей, исполнителем, ведущей, нарцисской, которых пою песню. Ну, ведущие мы немножко должны быть такими, потому что по-другому мы не будем вести себя так, как должно быть в кадре. Классно, все мотивационно, но при этом и сдержанно, и пафосно. Но
будучи автором, когда ты создаешь, ты так трепетно к этому относишься, постоянно ждешь реакцию от людей. И как же реакция? Которая... Вот, это пропало. И я такая, как вам мой трек? Я слушаю, и мне так важно, людям понравится или нет. Я трепетно боюсь, там презентация песни, премьера песни, я уже и так бы не спала, даже без эфира и без написания песни, что я волновалась, чтобы людям понравилось, чтобы, если скажут мне плохое слово, да, меня это не собьет, конечно, с пути, но... Мне хочется, чтобы, ну, все было идеально. Какое-то другое отношение. Я начала песни не только для себя писать, для других артистов, чтобы я этим занималась. Ого, нет. Серьезно? Нет, я всегда любила только себя, и все, что касается сцены, это только мое. Это мое прошлое. Когда ты находишься в группе, ты борешься за свой центр всегда. Вот, да, быть в позиции солистки, это очень сложно, потому что занимать именно эту, скажем так, точку сложно. Ты солистка, на тебе вся ответственность, и постоянно кто-то хочет зайти на центр, потому что он более привлекательный. Это нужно удержать, и при этом работать классно, и живьем все концерты. В общем, и от этого я поняла, что, наверное, музыка не настолько она единолична. Все-таки, когда ты ее пишешь, тебе хочется не только свой голос слышать в этих текстах. Мне хочется, чтобы спели мою песню «Светлана Лобода», «Лолита». Я начала брать себе такую планку. Мне все-таки, Надя, только начала, не надо такую планку брать. Я говорю, я хочу стремиться к лучшему для того, чтобы мое творчество и мой профессионализм рос вместе со мной. Не надо никогда ориентироваться на что-то маленькое. Нужно ориентироваться на большие цели, стремиться к большим артистам и писать с таким контекстом. Тоді песня обязательно будет классной. Круті. Просто мастерство життя. Ти сидиш в шоці, але я хотів запитати. Говоримо про те, про нарцистів, всі хлопці нарциси. А потім такий, я найкращий, я в центрі. Якщо ти хочеш стояти в центрі, подивись спочатку в дзеркало, алло. Пропав оцей нарцисизм, як ти кажеш, після того, як все ж таки була рік перерва. Так. Была огромная переоценка. Вообще, быть артистом сольным — это одно. Когда ты в группе, тебе все время это зажимает. Ты должен быть с участниками. Но они мне всегда мешали. Невозможно. Сольный артист не может быть в коллективе. Это невозможно. Дима Климченко всегда меня просил. Надя, ну не отходи так далеко от девочек. Ну подойди ты к ним! Я говорю, нет, пусть они ко мне подходят. Я не специально это делала. Просто не надо зажимать артиста вот в этих рамках. Я благодарна этому опыту. Потрясающий опыт. Но когда я ушла из группы, я поняла, наконец-то я могу быть собой. Наконец-то мне открывается дыхание. Мне не будут мешать девочки по бокам. Теперь у меня есть девочки, но они танцуют. Коли ти кажеш, дівчата не підходять, тут така злість лунає. Ви, можливо, це не передається. Це не підходьте, я сказала. Це. Слухай, мені здається, це рік твій, бо рік тигриці. Скажи, будь ласка, перший трек, свою першу композицію, кому ти довірила послухати? Чи це були рідні, чи це була твоя команда? Ну, сначала мы со звукорежиссером, с аранжировщиком слушали трек, а потом скидывала своим близким, маме. Реакция? Ну, как сказать, мама меня очень сильно любит, поэтому я не рассматривала, что она объективна. Она мне сказала, мелодия хорошая, она музыкант, потом сказала, мелодия хорошая, мне нравится. Текст ей был слишком таким, знаете, напористым, она скромнее, чем я, она вот стеснительнее. И поэтому он говорит, ну вот хочется какой-то лирики. Говорю, мама, лирика будет. Нам нужны жизнеутверждающие треки, которые поддержат и для чего-то продвинут динамику женщины. А потом мы споем о прекрасной любви. Также я поставила любимому человеку песню, ему очень понравилось. Но это тоже это люди, которые любят. Не образился? Не образился, каже, ты не номер один, такая песенка. Каже, дрыщ, ты песню написала? Да. Послухай. Без натяків, ну просто. Ты не номер один, бо номер один це... Нет, вы знаете, происходит интересная тема, когда выходит песня, и люди, окружающие любимого человека, не номер один. Это обидно, правда. Потому что это же не о том, это же творчество, это ничего личного. Ну, ничего личного. Мабуть, найскладніше те, що, коли сприймають композиції як автобіографічне, це, по суті, просто музика для народу. Для народу. Народна творчість. Сапо. Слухай, а таке ще запитання. Зараз же всі вриваються в TikTok, намагаються популяризувати свою музику саме там, придумують танці. І поки ми тут сиділи, ви не все бачили. Я бачу, як ти, в принципі, періодично повторювала одні ці самі рухи. Чи думаєш, ти створювати свій танець, а запускати його в TikTok? У мене вже є челендж, я вже його опублікувала на своїй страниці. У-ху-ху!
Олесь, ми зараз будемо вчити. Я тебе чіпав? Скажи мені, будь ласка. Я собі сидів, накидав жартів, робив свою роботу. Да, а тепер, тепер твоя робота. Роботу. Да, так, нарешті ти будеш робити її сама. Ми можемо спробувати зараз вивчити? Так, звісно. Давай можем. Тоді будемо ставати. Любі глядачі. Я мав вспомнити. Дівочки хореографи у мене умнички, вони все поставили, тільки я довго запам'ятала. Так. Я трішечки допоможу. Так, база, я так, буду тримати. Ти певні. Тримай базу, так? Да? Ой, клас, я буду тримати базу, а ви собі танцюєте. Супер. Мені подобається. І так, у нас движення. Дині номер один. Ага, є. Зараз я спомню. Авансов не жди. Це, ага, твой хвиля. Твой гордий нарцис в активній фазі війни. Вау, так, слухайте, ну така зарядка зранку. Вони сильно сложні люди. Сказати, надо проще для народу. Должно бути красиво. В итоге я довго учила. Ну, слухайте, зато найсильніші, найвитриваліші вивчать. Нормально. Так, давайте ще разочок. Так, так всі танцюють, що так. Тим більше. Ти не номер один. А, ага. По чуть-чуть, подсчет, да? Дыня ты номер один. Ручки сюда. Да. Аванса волна не жди. Не чекаем. Ага. Гордый нарцисс, ага. Активной бедрышки войны. Так, слушайте, ну мне треба еще повчити, я это зрозуміла. Але як мінімум ви побачили, зараз пробували повторити, ми можемо ще трішки з'їсти. Все, я кидаю назад. Ой, я думала, Олесі сподобалося. Мені так приємно було танець дивитися, що супер, клас. Танцюйте всі, танець хороший, хлопці будуть зацінять. Мені ще цікаво, коли ми зацінимо кліп, чи буде він взагалі. Так, буде. Зараз запускаємо трек, і кліп буквально в течение короткого срока також буде. Новий проект, все створюється, буквально вот балет собрали, все репетировали. Ну, конечно, балет собрали раньше, полгода назад, но для того, чтобы все отрепетировали, все постановки, взять всі концертні програми, так ми вже гастролюємо. Вау! У мене ще є одне питання. Ти, коли ми слухали пісню, вона українською мовою, а тут вона російською мовою. Вона на двох мовах? Чи... Так. Трек создавався на російському язикі, а потім мені прийшло вдохновення, я вирішила написати ще український текст. І пісня на українському мені навіть подобалась більше. Не знаю, чому. Ух ти! Це таке состояние, да. А тепер буде більше композиції українською? Я думаю, да. Непогано. Поки що мені все подобається. Вже написані треки, і тепер можна створювати українські. Тобто вже все у мене на англійському язикі буде трек. До речі, оце зараз, мабуть, буде просто також, все відбувається саме зараз, саме тут. Була на відпочинку, і ми сиділи, згадували, якусь би таку пісню українською мовою, окрім Вєрки Сердючки, щоб захотілося прям потанцювати. Українською мовою. Українською мовою. Вєрка Сердючка. Слухай, там, ой, не буду горювати, буду танцювати, і поїхали. Ну, окей, доброго добре, все. Ось, і просто дійсно нема українською мовою таких, щоб то, як ми всі звикли, там, малінки і тому подібне. Тому... Під цю пісню я як мінімум сказав. Вже буду вриватися. Клас. А крузак? Спасибо. А крузак? Так, ти не туди пішов. Пінцюк, да? Треба про кохання. Сафо, а Сафо? А Сафо, а не номер один. Мені кажеться, класне Сафо. І мені подобається. Так. Я шучу, я дуже люблю вот, юмор, люблю состояние, коли всі люди можуть і вот под'язвить, подколоть чуть-чуть, і от все в такій позитивній обстановці. Все поправно, на каналі «Правда тут». Ну, ми ж тут якби працюємо. Давай на завершення, якщо ти кажеш, що готується концертна програма, де можна сьогодні слухачам нашим послухати твою музику, а де можна прийти подивитися і послухати? Ми випускаємо зараз треки, працюємо більш локально, точечно, але концертну площадку вже будемо збирати тоді, коли вийде кілька треків. У нас наступний англоязичний має бути трек. Ну, ще ми, звісно, думаємо, але думаю, буде англоязичний. І потім ще один трек, і будемо збирати вже концертні зали. Ми готові. Дівчатки шикарно танцюють, мене навчили. Вроді теж танцюю неплохо. Я вам нагадаю, що сьогодні до ранкової студії завітала з прем'єрською прем'єрою Сафо. Надія Майстренко каже, що я буду лише для близького кола, для вас, вона вже тепер Сафо. Сьогодні десь після обіду, Надія ще сама не сказала, коли нам, але на всіх платформах можна буде вже послухати цю пісню. Тому... А ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео. І не забувайте завжди залишатися разом з нами. Так, так, так. А ще пишіть свої коментарі. Обов'язково прикидайтеся щоранку разом з нами з 8 до 11 телеканал «Правда тут».